Я бы хотела затронуть вопрос, возможно, для сценария 2008 года, потому что еще буквально в начале августа об этом активно говорилось. Вот в связи с повышением, с проблемой с повышением планки госдолга США. Да, тогда были заявления, что возможно сценарий 2008 года, что вся финансовая система на некоторое время остановится. Вот сейчас таких опасений, ну, я, по крайней мере, не слышала. Наоборот, все говорят, что даже если будет сценарий мировой рецессии, то она будет не такой глубокой, не такой сильной, как в 2008 году. Вот основные причины, то, что ситуация, ну, такие условия, в которых сейчас находится мировая экономика, они лучше, чем были до 2008 года. Вот, и ошибок в экономической политике, как вот в случае с Lehman Brothers, который называют действительно ошибкой, вот, но ожидается, что опыт уже учитан, и больше таких ошибок повторяться не будет, поэтому финансовая система, в общем-то, сильно не пострадает, не будет такого кризиса недоверия глобального. Вот, то есть, в принципе, финансовые рынки будут достаточно доступны для заемщиков, хотя, конечно, уровень сейчас уровень как бы нежелания инвесторов вкладывать средства в рискованные активы, он достаточно высокий, то есть он выше, чем был в первом полугодии, например, этого года.